Это внутренний мир женщины, которая весит 155 килограммов. В железнодорожной больнице пациентки делают операцию по уменьшению желудка с шунтированием. Продолжительность от 1 часа до 4. Сегодня таких будет 3. И за каждой в режиме онлайн-трансляции следят хирурги из Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Красноярска. Для 3 пациентов бариатрическая хирургия стала единственным способом, чтобы выжить. Другие методы лечения бессильны. Безобразие творится на телевидении. Нам показывают, когда бороться с толстыми. Прежде чем их поставить на вот эти тренажеры передачи, их там обследуют, чтобы у них сердце было нормальное. И все остальное, чтобы они там у нас на время передачи не померли. И потом вот эти вот центры, где так называемые чистки и похудание голодом. Это вообще издевательство над здоровьем человека. По данным Минздрава, в 2017 году ожирение диагностировали у 2 миллионов россиян. Причем Алтайский край – лидер среди всех регионов по перееданию. Диагноз поставили больше, чем 100 тысячам жителей края. Главной причиной специалисты называют несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и низкие зарплаты. Анастасия – сладкоежка, которую из-за лишнего веса бросил муж. В 2014 году ей тоже сделали операцию, но девушка вернулась к прежнему образу жизни. У меня появилась сильная одышка, суставы болели, позвоночник болел. Когда мой вес достиг 120 килограммов, мне было тяжело подняться даже на 2-й этаж. Вот после этого я решилась на операцию. Потом была реабилитация, и вот это, наверное, было самым тяжелым. Обычно пациента выписывают через 2-3 дня, но реабилитация может длиться несколько лет. У некоторых возникает срыв, они не знают, как питаться. Они раньше кушали очень много, а сейчас они уменьшили резко объем пищи. И они не происходит удовлетворения этим, то, что они мало кушают. Сильно пугать нельзя население? Психиатра не надо убираться всем? Не всем, избранным. Стоимость операции по уменьшению желудка около 250 тысяч рублей. При этом врачи говорят, не надо ждать от операции чуда. Лучше следить за своим весом. Например, бельгийский математик Адольф Кетле рассчитал индекс массы тела здорового организма. Вес делится на рост человека в квадрате. И если индекс превышает порог 30, уже стоит начать волноваться и обратиться к врачу. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости.